Тихо. Всем привет, друзья. Салам алейкум. Hello, my friends. Сегодня будет очень круто. I have interesting proposition for everybody. Короче, я расскажу, друзья, о том, что сегодня мы будем стричься. Сегодня мою прическу максимально страшно сделаем, максимально крутой, красивой, классной. А в этом нам поможет это чудное место, где я сейчас нахожусь. Друзья, я нахожусь в парикмахерской, которая называется «Чач Тарясь мужские стрижки» по адресу Москва, проспект Мира, 54. А помогать мне будет сегодня вот этот крутой парень, который сегодня у меня будет стричь. Зовут его Рызбек, и он находится рядом с нами. А, Рызбек, скажи, какая будет у нас прическа, как она будет называться? Модельная, ты говорил? Модельная. Модельная стрижка. Ну что, мы готовы? Короткая модельная стрижка. Модельная короткая, мне страшно. Именно такие стрижки вы можете получить в этой парикмахерской. Я напоминаю, что это почти в самом центре Москвы и находится по адресу проспект Мира, 54, друзья. Итак, первый шаг. Сейчас меня будут готовить к стрижке. Я переживаю, потому что, ну, знаете, ребят, не каждый день работаешь с такими профессионалами, как Рызбек. Вот, и на самом деле сегодня ожидается прям вот именно модельная стрижка, не просто это такая прям фирменная прическа, которую чаще всего, Рызбек, чаще всего, да, такую прическу ты делаешь? Вот. Ну, я думаю, твои клиенты все остаются довольны, и в этом есть большой плюс. Вот я чувствую, что половину меня сейчас бреют. Вот, надеюсь, не на лысо, потому что мне сегодня еще... Встреча есть, да? Да, свидание, да, именно так, вот. И я же, понимаете, специально пришел, чтобы меня сегодня к свиданию подготовили. А что чаще всего клиенты просят у тебя, вот, ну, заказывают, какую стрижку чаще всего? Остальные все модельные. Модельную чаще всего? Какие еще у тебя стрижки есть ну, в твоих услугах, в твоей парикмахерской? Спортивные есть. Чем, скажи, спортивная отличается от модельной, которую мы сейчас делаем? Модельная 250, спортивная 150. А, то есть тут по ценам, да, получается, вот, друзья, модельная стрижка 250 рублей, вы представляете, это без каких-либо там скидок, промокодов и прочего, это говорит о том, что каждый может позволить прийти в парикмахерскую «Чач Тарясь», которая находится по адресу проспект Мира, 54, и воспользоваться этим уникальным предложением, которое готов вам реализовать Рызбек. В общем, что говорить, а вот скажи, а внешне, чем, вот, допустим, вот, хорошо, по цене, спортивная стрижка 150 рублей. А чем внешне она отличается? Вот она короче или что именно? Спортивные два насадка. Две насадки, да? Да? То есть у нас сейчас как бы мы работаем... Сколько насадок у нас? Там пока штырковый, а здесь нужно сам работать. Угу. То есть по факту она будет короче, правильно идет? Да. Вот, друзья, то есть, если вы хотите получить спортивную стрижку, быть как настоящие спортсмены, вот, и добавиться эмоциями, прокачаться, то приходите к Рызбеку, он вам организует настоящую спортивную стрижку, я думаю, каждый останется очень доволен. Вот, то есть, я еще напоминаю, что спортивная стрижка каких-то 150 рублей, друзья, это вообще ни о чем. Что за 150 рублей можно купить? Да какую-нибудь шаурму максимум. Ну, поверьте, никакая шаурма не сравнится с тем качеством, которое для вас может организовать Рызбек и его парикмахерская. Вот, Рызбек, скажи, есть ли у тебя еще стрижка на лысо? Знаешь, иногда бывают такие ребята, которые хотят полностью, ну, скажем так, оголить свое лицо, вот, ну и голову в том числе. Это российские 100 долларов. Российские 100 долларов, друзья, и приходите, все просто. 100 рублей для тех, кто не совсем понял, о чем идет речь, всего 100 рублей у нас стоит парикмахерской стрижка на лысо. И видите, все просто. Как ты думаешь, сколько бы ты максимально, вот если бы люди один за другим бы шли, сколько ты всего смог бы сделать стрижек за день? Может, 30. 30 стрижек, представляете, целых 30 стрижек. 30.
Это действительно серьезно. Друзья, вот представляете, с каким мы сейчас работаем профессионалом. Человек, который может сделать 30 стрижек, это не просто человек. Это человек, который действительно разбирается в своем деле. Это профессионал, который может вас порадовать качеством, уникальным качеством своей работы. Данная парикмахерская открыта для всех, не только для русских. У нас часто бывают гости каких стран? Расскажи, пожалуйста, Разбег. Киргизия. Таджики, узбеки, русские. Представляете, друзья, киргизы, узбеки, таджики, белорусы, да все кто угодно. У нас нет ограничений, правильно? Мы рады всем. И вот. Украинцы. И украинцы тоже, да. Подводим итоги, что у нас имеется. Имеется моя голова и уже крутая прическа, которая была сделана именно здесь, в парикмахерской Чач Тарач по адресу проспект Мира, 54. Ассаламу алейкум, джигиттер. Проспект Мира, да, сначала вас, келгиле. Проспект Мира, дом 74. Барым заргитовис. Позаздардатэ. В общем, все предельно просто, друзья. И знаете, что вас будут всегда ждать по адресу проспект Мира, 54, парикмахерская Чач Тарач. Давай, вставай, пошли гулять, барсук, тюльпан, носки, тетрадь. Резбек, от имени нашего Ремершоу мы тебе, да, дарим такую кружечку, которая обязательно будет напоминать о сегодняшнем дне. Да, очень здорово. Это наш логотип, а это, конечно, твои мужские стрижки.